Телевизионное культурное сообщество Одесской области понесло невосполнимую утрату. 24 апреля остановило сердце создателя Измаильской картинной галереи и Измаильского телевидения, почетного гражданина города Измаил Эмилии Николаевны Евдокимовой. Целеустремленная и мудрая женщина, воплотив свою мечту, подарила Украине прекрасный музей, Измаильскую картинную галерею и единственное эфирное телевидение в Придунавье. Много лет Эмилия Николаевна являлась научным сотрудником исторического музея Суворова. Именно тогда она начала осуществлять свою мечту – создание в городе художественной галереи. Эмилия Евдокимова по крупицам собирала произведения искусства для будущего собрания. Многолетний труд был вознагражден сполна. В 1987 году в Измаиле открылась картинная галерея. Спустя годы преобразования в областной центр эстетического воспитания. Благодаря усилиям Эмилии Николаевны в 91 году впервые в Украине в системе Министерства культуры создали Измаильское телевидение, которое на протяжении 30 лет является лидером в сфере медиа в Придунавье. Свои соболезнования семье Эмилии Евдокимовой высказали почетный гражданин города Одессы, Одесской области, президент Национального университета, Одесская юридическая академия Сергей Кивалов и коллектив вуза. Эмилия Николаевна очень хотела, чтобы в ее родном крае был свой эфирный телеканал. И благодаря усилиям этой целеустремленной хрупкой женщины в 1991 году он появился в Измаиле. Вот уже на протяжении 30 лет Измаильское телевидение является единственным лидером в сфере медиа в Придунавье. Вокруг галереи телеканала Эмилия Евдокимова объединила учреждения культуры района, музыкальные и художественные школы, библиотеки, творческие союзы, студенческие и молодежные клубы, высшие и средние учебные заведения. Совместная деятельность музея и телеканала всегда активно способствовала эстетическому, духовному развитию жителей региона. А центром притяжения этой культурной среды была харизматичная и обаятельная женщина. За свои труды и большой вклад в развитие культуры и искусства региона, за приумножение культурного наследия измаильчан Эмилия Николаевна Евдокимова дважды получала почетное звание «Женщина года» и была удостоена высокого звания «Почетный гражданин Измаила». Измаильчане будут помнить Эмилию Евдокимову как энтузиаста своего дела, человека, преданного своему городу и краю, и много сделавшего для их процветания. Но многочисленные заслуги в области культуры и искусства не мешали Эмилии Николаевне быть прекрасной матерью и бабушкой. Она воспитала замечательную смену и для всех детей, внуков и правнуков была образцом и примером. Сегодня Измаильское телевидение и областной центр эстетического воспитания возглавляет ее дочь Ирина Игоревна Федорова, продолжая дело матери. Коллектив Национального университета Одесская юридическая академия глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования всем родным и близким Эмилии Николаевне Евдокимовой. Вечная память. Телеканал «Репортер» также приносит свои соболезнования родным и близким Эмилии Николаевны.